размышления о жизни, то, что будет потом. Зачем же это все, если мир вокруг переполнен говном? Зачем чтить мораль, если весь мир вокруг ведет себя как шваль? Зачем беречь тепло души, как хрусталь? Зачем блюсти честь и скрижаль, если все вокруг и так разваливается, как адский фестиваль? Зачем эта печаль? Горизонталь, диагональ, когда эта борьба сгибает даже сталь, и нету сил сражаться дальше. Быть может, лучше сдаться, стать как все и больше не сопротивляться. Зачем быть человеком? Зачем мне вообще делиться этим треком? Почему бы не сдаться? Почему бы не продаться? Почему бы не перестать драться? С совестью и честью почему бы не расстаться? Ведь это же бессмысленно, зачем же пытаться изменить то, что изменить не удастся? Потому что мир всегда будет наполнен злом. Тот, кто сдается сразу, покрывается гнильем. Если битва тяжела, это не причина руки опускать. Сталь закаляется только там, где пламя продолжает бушевать. Тот, кто знает, за что он должен воевать, того не сломать. Потому что истинный воин воюет не за себя. Он воюет за нечто большее, чем детское эгоцентричное «я». Воюет за нечто гораздо большее, чем детское эгоцентричное «я». Он воюет за идею, древнюю как мир. Он воюет с пониманием, что он лишь искра, маленький пунктир, словно Шекспир, который изменяет мир. Каждым своим действием он закаляет крепость секир, своих боевых рапир. Каждой маленькой победой он возрождает эликсир, словно ювелир он очищает сапфир от грязи и от мерзости, заслоняющий эфир. Он меняет мир, он меняет мир, он меняет мир, он меняет мир. Честь и совесть есть ориентир, совесть есть ориентир, честь и совесть есть ориентир, честь и совесть есть ориентир, есть ориентир, честь и совесть есть ориентир, есть ориентир, есть ориентир. Честь и совесть есть ориентир, те, что отличают человеков и вампиров.